В Google Play есть очень много разнообразных классических платформеров, в которых разработчики предлагают игрокам отправиться в длинное путешествие по десяткам уровней, попутно сражаясь с ордами врагов и перепрыгивая разнообразные препятствия. Когда я впервые посмотрел на скриншоты игры Project 83113, я думал, что это очередная прыгалка-бегалка, но на самом деле все оказалось намного интереснее. Разработчики этого, на первый взгляд, классического платформера предлагают нам с вами поиграть за странное существо, которое будет прыгать, бегать, бороться с врагами и собирать разнообразные бонусы. Но в этой игре вы не найдете привычных кнопок и джойстиков, которые помогали рулить главным героем. Разработчики Project 83113 предлагают нам с вами использовать систему свайпов, с помощью которых можно заставить зверька прыгать, приседать и даже атаковать. На мой взгляд, очень свежее и удобное решение. Кроме инновационной для этого жанра игр системы управления, разработчики поработали и над графикой. Игра выглядит с одной стороны довольно просто, а с другой очень привлекательно. Единственным серьезным минусом этой игры, на мой взгляд, стали долгие загрузки. Project 83113 доступен в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.